Карачаевске торжественно открыли год педагога и наставника. Основная цель – подчеркнуть особый статус тех, кто работает в этой сфере, кто встал на стезю благородного, но крайне ответственного дела. На мероприятии побывал Ахмат Халкечев. Открывая торжественное мероприятие, мэр Карачаевска Марат Урусов отметил, что благодаря всемирной поддержке как федерального уровня, так и пристальному вниманию главы Карачаева-Черкесии в сфере образования региона и округа наблюдаются весьма позитивные изменения. В рамках модернизации школьной системы в трех общеобразовательных учреждениях города осуществляется капитальный ремонт. А по программе «Школьный автобус» серьезно обновился и транспортный парк. Также в течение 2023 года во всех образовательных учреждениях округа будут функционировать центры «Точка роста». Вы делаете все для того, чтобы наша страна была великой державой. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам педагогического труда. Большое вам спасибо и низкий поклон. Вы смогли сохранить в нашей стране настоящую систему образования. Особо отличившихся в профессии градоначальник отметил грамотами и благодарственными письмами. Год педагога и наставника, объявленный президентом нашей страны, является признанием великой значимости труда учителя. Я сегодня представляюсь как наставник молодых педагогов и так далее. Но я хотела бы сказать слова благодарности тем наставникам, тем людям, которые были в моей жизни, моими наставниками. План года уже сформирован как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. Весь текущий 2023 год будут проходить мероприятия, направленные на повышение престижа уникальной профессии, которая на протяжении всей цивилизованной истории человечества остается вне времени, моды и географии. Выпускники и даже студенты, которые сейчас обучаются, они должны видеть, что государство обращает большое внимание на статус учителя, на место учителя в нашем обществе. Необходимость привлечения в профессию молодых специалистов, способных к новым подходам в своей работе, при этом опираясь на бесценный опыт отечественной педагогики, отметила и руководитель управления образования Эльвира Идиева. Позвольте поблагодарить каждого из вас за ваш огромный труд, за ваш огромный вклад в развитие системы. Здоровья вам, успехов в нелегком деле воспитания и образования будущих поколений и мира на Земле. Эльвира Идиева также отметила лучших педагогов и наставников почетными грамотами Миноборнауки Карачаево-Черкесии и городского управления образованием. Только настоящий учитель способен направлять интерес и энергию учащихся в правильное русло, дабы привить им знания и навыки, которые необходимы каждому во взрослой жизни. Следовательно, людям без призвания не место в профессии педагога и наставника, сходились во мнении все выступавшие. Мероприятие сегодняшнего дня еще раз заставляет чувствовать любого учителя, в том числе и меня, необходимость нашей профессии, важность того дела, которое мы делаем. Торжественную атмосферу мероприятия продолжали поддерживать яркие номера артистов республиканской эстрады и искренние слова благодарности учеников. Ахмат Халкечев, Ислам Мурумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.